8.48. Угу. Есть еще один. Какой будет проспект Победы? Один, наверное. 8.52. Это не начинает двигаться прямо поворотником. Угу. Есть это у меня. Алижон, можно посидеть? На, за ту же машину присядь. Сейчас оставим вам картину материала, который ты нарушил. На нарушение, видишь? 8 часов 48 минут. Нарушил правила на стоянке, когда высаживал пассажиров. А там? А где? Там, да, на остановке. Там же не остановка. Там проезжая часть, идет предварительное ограждение для пешеходов. До тротуара. Там здесь в окно денежку передавали. Был такой момент? Да. На конце стопор зачем проехал по шварам? Сзади меня сигнали, что у меня делать? Там кому сигналил, не обманул. Можем встать в соответствующий ряд. Вынуть, выше положение. Ты проехал, но заключаешь на стопор. Поворотить не всегда включаешь, когда начинаешь движение. Включаю я. Ну как? Ты подъезжаешь к остановке, да, у тебя горит правило сигнал поворота. А по правилу смотри, что сказано, при начале движения, если обязан. Чисто на поворотах показать, что он осуществляет маневр, осуществляет движение, а ты этого не делаешь. Два раза нарушил, два направления.